продажи автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР Игорь Кириллов ушел из жизни сегодня, 30 октября 2021 года. О причинах его смерти не сообщается. Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. Изначально он поступил в ВГИК. Окончив первый курс, был вынужден уйти. В 1955 году Игорь Кириллов окончил высшее театральное училище имени Щепкина. С 1955 по 1957 год играл на сцене Московского театра драмы и комедии, ныне театр на Таганке. В июле 1957 года Игорь Кириллов начал работу на телевидении помощником режиссера музыкальной редакции. Через 2,5 месяца после прихода на телевидение вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов. Игорь Кириллов был диктором программы «Время» более 20 лет. Последний раз он вел эту программу 30 декабря 1989 года. Часто диктор выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны. С Новым годом, дорогие товарищи! С новым счастьем! Также Игорь Кириллов вел программы «Песня года», «Спутник телезрителя», «Взгляд» и другие. До 2006 года он ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая. С 1995 года и до конца жизни Игорь Кириллов был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления Первого канала. Игорю Кириллову было 89 лет. Пока неизвестно, когда и где состоится прощание с артистом. Светлая ему память.